Мы решили провести часть своего отпуска в Беларуси. Итак, добрались мы до места. Отдых наш будет проходить в Минске, в санатории «Юность». Санаторий находится прямо на берегу Минского моря. Территория санатория очень большая, очень много зелени, цветов. Все так чистенько, аккуратненько, а самое главное – свежий, чистый сосновый воздух. Также к территории относится остров. Остров называется «Остров любви». В территории санатория есть большая парковка и небольшой пляж. С высоты главного здания открывается замечательный вид. Немножко сбавить темп и тихо, спокойно насладиться красивыми местами острова. Остров соединен с главной территорией таким как бы большим мостом переправы. Тихо, спокойно, свежий сосновый воздух. Хочется немного рассказать о самом санатории. Считаю, что каждая деньга, заплаченная за отдых в этом санатории, стоит того. В санатории есть бассейн, спортзал, очень много различных лечебных процедур. В недалеком прошлом в санатории прошел большой ремонт, благодаря которому произошло соединение главного здания с бассейном и со спа с помощью длинных коридоров. Продолжаем. Часть здания с кабинетами со всевозможными процедурами. Так, это у нас было где врачи, терапевты, правильно? Да. Вот она, эта сеть коридорчиков. Из одного помещения в другое. Налево, малышечка, в чем дело? Да, тут минеральная водичка. Прохладная и теплая.
Сегодня понедельник. Вот переход из одного помещения в другое. Тоже сейчас кабинеты пойдут. А тут коридор идет до бассейна. Тут мы загорали. Бассейн. Бассейн, санаторий классный. Он включает в себя душ массажный с различными уровнями массажа. Есть и сауна. Джакузи с подогревом. Вода там теплее. Теплее, чем в самом бассейне. Ну и как тебе? В бассейне всегда чисто, аккуратно. И сколько раз мы посещали бассейн, народу там было немного. В бассейне, кстати, проходят занятия по аэробике. Она ловит кайфушку у малыша. Давай, массаж спинки. Спинки массаж делай. Во. Ну-ка повернись ко мне. В самом бассейне есть два уровня каскадного массажа. Включаются нажатием кнопки. И выключается тоже нажатием кнопки. Имеется большой зал, в нем проходят частенько какие-нибудь мероприятия, концерты. Рядом со столовой есть кафе «Черный лебедь». Внутри очень красиво, просто шикарно. Территория санатория большая, везде так чистенько, аккуратненько, много цветов. Дорожки везде выложены камнем, трава везде подстрижена и лавочки в виде красивых кованых качель. На берегу Минского моря, там, где многолюдно, всегда много уток. Они всегда голодные и хотят есть. Ой, у вас здесь сколько? Здесь много их. Выносите, ко мне пошутить можно. Руки, ну дайте на руке. Давай. Из нашего номера просто превосходный вид. Сосновый свежий воздух. Мы даже как-то посмотрели салют из нашего номера, когда гуляла свадьба.
И напоследок хотелось в нашем видео поделиться своими фотографиями, которые мы сделали в этом замечательном месте в нашем отпуске, отдыхая в санатории «Юность». Выходить, а выглядите на меня. Приезжайте в Беларусь, в Минск, отдыхайте в санатории «Юность». Не пожалеете.